Начинается бой за титул чемпиона. Федор, держим кулаки. Первый раунд, поехали. У Федора чуть побольше. Таким образом... Да, неприятное рассечение. Издалека. Потерял равновесие Федор, оказался на спине. Также победителем гран-при. Смотрим еще раз. Этот удар, после которого Федор оказался на настиле, а роковым стал уже добивать. Вейдер вовремя сориентировался. Камиров. Райан Вейдер.